Привет, братцы рыбаки! Сегодня хочу представить вашему вниманию еще один вариант изготовления поплавков из коктейльных трубочек, таких вот. Его мне любезно предоставил рыбак с большим стажем и подписчик моего канала Сергей. Полное описание изготовления таких поплавков и фотографии вы можете посмотреть в моей группе «Рыбалку» на страничке ВК. Ссылочка будет в описании под видео. Любые вопросы по изготовлению таких поплавков, и не только, вы можете задать непосредственно самому автору, как в комментариях под видео, так и на его YouTube-канале, на который ссылочка также будет в описании. Ну что, меньше слов, больше дел, поехали! Для изготовления мне понадобятся непосредственно сами вот такие вот трубочки для коктейля разных цветов, бамбуковая шпажка, клеевой пистолет. Если у вас его нет, можно использовать либо свечку, либо зажигалку. Ушные палочки. Именно вот одна пустая зажигалка. Из нее мне нужна будет только пружинка. Ну, ножницы. Автор идеи таких поплавков заплавлял трубочки с помощью зажигалки. Я же хочу попробовать это сделать с помощью клеевого пистолета. Итак, для начала формируем тело поплавка. Это будет наружная трубочка. Оранжевую я вставлю вовнутрь. Для усиления разрезаем повдоль вот этот кусочек и вставляем его вовнутрь тела поплавка. Точно так же поступаю с оранжевой. Приблизительно отмеряю, сколько надо, отрезаю, разрезаю повдоль ее и также отправляю внутрь основной трубочки. Вот что-то такое получилось. Вот этот кусочек пойдет на кончик, на вершинку, а вот эти вот огрызки пойдут на добавление толщины, чтобы бамбуковая палочка внутри сидела жестко. Вершинку хочу сделать из ватной палочки. Отрезаю вату. Теперь ее надо вклеить в бамбуковую шпажку. Немного заострил носик, чтобы лучше антенка зашла. Теперь включаю клеевой пистолет и продолжим. Клеевой пистолет нагрелся. Промазываю киль и вставляю антенку. Как клей не застыл, лишнее убираю. Вот что получилось. Здесь вот немного есть люфт, чтобы его не было. Также отрезал саму гофру от трубочки и разрезал ее повдоль. Так вот одеваю и путем немного вот вкручивания заправляю туда же. Теперь люфта нету, можно клеить. Также беру пистолет. Хорошо промазал. Также чуть-чуть вкручивая, все это дело вставляю. Лишнее убираю. По поводу герметичности такого поплавка можете не сомневаться. Тут будет все очень надежно. Вот что уже получается. Теперь также снизу. Отрезаю кусочек гофры от моей трубочки коктейльной. Немного его вытягиваю и разрезаю повдоль. И точно так же, как сверху, вставляю его на низ. Промазываю клеевым пистолетом также и заправляю. Для большей надежности еще чуть-чуть проклеиваю край. Вот что получилось. Цвета вы можете подбирать, какие вам нужны. Снаружи ставится прозрачная трубочка, а вовнутрь вы можете хоть наборно положить разноцветных кусочков, вдоль разрезанных, чтобы получился тот цвет, который вам интересен. Теперь нужно на киле заострить кончик и одеть пружинку. Разбираем зажигалку. Нужна нам вот эта вот пружинка. С помощью шила вот таким вот образом отогнул краешек. Теперь примеряю, какая длина мне нужна. Лишнее откусываю. Теперь накручиваю. Вот что получилось. Чтобы убрать вот эти вот лохмашечки маленькие, немного зажигалочкой. Поплавок практически готов. Осталось сделать саму антенку. Я ее также сделаю из вот этой вот оранжевой трубочки. Большая она не нужна. Ее можно сделать сменной. Вот этот краешек надо тоже заплавить. Теперь одну капельку капаем сверху, вторую на низ. Таким образом мы закрыли обе стороны. Теперь, пока клей не высох, одеваем и подравниваем.
Собственно, вот и все. 2 минуты работы и очень красивый, надежный рабочий поплавок от моего подписчика вы можете наблюдать уже в готовом состоянии. То есть вершинки вот эти вот сменные можно делать. Опять же, зайдите ко мне в контакт, в группу про рыбалку, посмотрите, как он это предлагает делать. Ну а так вот, готовый результат. По идее, вместо вот этой пружинки можно одевать сюда кембрики для лески, можно ставить вертлюжок, то есть, ну это кому как нравится. Как вы могли убедиться, буквально минут за 5 поплавок от моего подписчика полностью готов. Выглядит аккуратненько, будет работать на карася, я думаю, тоже неплохо. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, кому не понравилось, ставьте дизлайки. Пишите обязательно что-нибудь в комментариях. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.